Президент Украины Владимир Зеленский предложил вам встретиться в любой точке на Донбассе. Вот какова будет ваша реакция на это, да, и что вы можете на это ответить? Что касается предложения украинского руководства и президента Зеленского, хотел бы сказать следующее. В последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения. Это касается ряда проблем в двухсторонних отношениях напрямую. Это касается отношения к Русской Православной Церкви и попытки ее разрушения. Это касается отношения к русскому языку и к русскоговорящим гражданам Украины и к российским гражданам, проживающим на Украине. Очень много было шагов, направленных на разрушение наших отношений, о чем мы, безусловно, можем только сожалеть. Но если президент Зеленский хочет начать восстановление этих отношений, мы будем это только приветствовать. Возникает вопрос, мы что хотим обсуждать на этой встрече? Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик ЛНР и ДНР, а уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, которой в данном случае является Россия. Это первое. А второе, если речь идет о развитии двухсторонних отношений, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время. Если они хотят с Донбассом разговаривать, можно и в Донбассе пусть встречаются, правильно? Ну, это же их дело. С этого нужно начинать. А потом уже обсуждать эти вопросы с любой третьей стороны, включая Россию. Мне кажется, Владимиру Владимировичу Зеленскому уже пора уже научиться конкретно дипломатично себя вести, кроме всего прочего. Это касается Донбасса.